А мы уже с Наташей едем на машине. Так, и мы встречаем девочек. Где-то в районе Старбакса, туда еще чуть дальше. Мы не знаем, в чем они одеты, но думаем, мы их увидим. Погода сегодня такая жаркая. Вот они, вот они. Вот они. Привет, девочки. Привет, девчонки. Привет. Нашлись, наконец-таки. Здорово. Наконец-то нашлись. Да. Что, все нормально? Да. Ой, все хорошо. Оксана, ты загрузила видео? Нет, не было там интернета. Там нет интернета, может. Вы где были, в ательер Крем? Ну вот где мы с тобой в прошлый раз сидели. Я, наверное, не туда, мы не пошли. Кафе, там вообще нет интернета. А где вы были, спросила вас? Ну вот, отвечаю, вот кафе-то, вот. Вы, вот я зачем вы пошли в ресторан? Дело в том, что, Ин, мы чем могу помочь? Кафе. Ты, ну, сказала, мы... Ты сказала, напротив Старбакса, да. Мы туда и пошли. А там нет вообще его. Вот мы сюда, собственно говоря, и ехали. Новый открылся. Территория огромная. Мы в Махмутларе. Солнышко печет. Мы заходим. Я не знаю, я тут себя на какой хрен еду. У меня голова мокрая. Ну, практически высохли уже волосы. Зато чистые. Пускай будут лучше мокрые, но чистые. Одно платье на другое меняю. Вы представляете? Это у нас в Алании. Вы только гляньте, какой он красивый. Какой он большой. О-о-о-о. Вот он открылся совершенно недавно. Вы гляньте. Сколько уровней, вы гляньте. Ха! Как в Арабских Эмиратах. Шуточки думаете, что ли? Вот тебе его. Ну, если показывать, какие марки здесь есть, сейчас покажу. Так, вот в таком магазине в Алании я покупала свои очки. Ассортимент там у нас в Алании просто большой. Магазин у нас в Алании больше. Знаете, подробно останавливаться, знаете, на каждом магазине, навряд ли это, конечно, стоит. Здесь магазин бытовой техники. А я вышла на улицу, взяла водички. Свою я уже выпила, это девочкам взяла. Цены, я не знаю, насколько это актуально. Цены в Турции повышаются. Можно, знаете, на это можно даже не обращать внимания. Вот мне бы мицеллярку взять. Да, мне бы взять мицеллярочку. Это, конечно, хорошее бы дело было. Мои волосы почти высохли. А выгляжу я вот так вот. Я красотка. Ну, тут уж не дать, не взять. Ой, как я довольна, что я волосы помыла, а. Прибежала с пляжа и помыла волосы. И сама себя помыла. И так вообще, так прекрасно. Так, идем дальше. Это тоже оптика, здесь очки, разные бренды. В магазине никого нет, там будет, знаете, внимание все на меня, не хотелось бы людей обнадеживать. Покупать я ничего не буду. О, салон часов. О, вот это вот. Слушайте, а цен нет. А цен нет. А что, это космические цены? Версачи. Тоже в магазине никого нет. Пустой. Угу. Ребят, кто ценитель часов? Украшения, Алтынбаш. А знаете, у нас тоже такой в Алании есть магазин в центре. То есть все, какие вот у нас магазины есть, пока я вот не увидела ни одного, которого у меня в Алании нет. Мы в Махмутларе. Все сверкает. Я вам, знаете, честно хочу сказать, цены просто аховые. Просто аховые. Если переводить на рубли, это просто, знаете, как это, космические. Здравствуйте. Здравствуйте.
Какие красивые украшения. Вот эти вот с синими камнями. Ой. Красивые. Красивые браслеты. Смотрите, да, как камни посажены. Ах. Магазин канцелярии. Детских игрушек. Огромный. Мне бы, знаете, мне бы этот купить, блокнот. Делать кое-какие записи. Хотя магазин канцелярии у меня рядом с домом, можно купить там. Что там? Ручки, карандаши. Цены, да? 49, 34. Для записи. Хотя у меня есть этот ежедневник, может туда же писать. Даже два ежедневника есть. Я выпила, представляете, 0,5. Вода, кстати, подорожала. Стала 2 лиры 75 куруш. Была 2,5. О, свинка Пеппа. $1,299. Вот эти вот 1799. Побольше. Музыка играет. Приятно. Приятно. Знаете, когда музыка играет? Но не очень приятно, когда ты снимаешь. Мужской магазин. Собранные, да? Рубашка, брюки, джинсы, пиджачок. Все уже подобрано. У меня вот, посмотрите, в руке что. Я девочек пока еще не видела. Водичку-то я могу, в принципе, поставить здесь. Кому нужно, тот возьмет. Я и купила это для девочек. А они умотали. Игрушки детские. Ну, для нас пока этот ассортимент не этот, не востребован. Ну, погнали. Что-нибудь поглядим, может быть, даже что-нибудь купим. Хотя, знаете, у меня все есть. Так повезло мне в жизни. Магазин обуви. Ну, я думаю, знаете, такого плана обувь, как, ну, типа магазин центра, вот как у нас. Не, блядь, с этой водой не пособишься. Наверное, зря я купила девкам воду. Ни девок, ни воды. С воду буду таскать. А, 1700 лир. 1700 лир умножаем на 3,1. Ну да, это магазин «Центр обуви». Да. Тут даже запах такой же соответствующий. Запах дешевой обуви. Да. Фу, блядь. Пошла я отсюда. Блядь. Блядь, мне ж... О, Господи. О, Господи. Я просто представляю, эту обувь снимешь, и потеть ноги будут. И еще 2 года. Чемоданы. Какой красивый магазин. Чемоданы, сумки дорожные. Такой, да, желтый? Красивый? Этот кожаный очень красивый. Угу.
Такое хорошее решение. Вот магазин бижутерии еще не открылся. А может, это и золото. Ну, мне кажется, бижутерия. Видимо, еще не готова открыться. А, не готова к открытию. Это, знаете, магазин, торговый центр открылся недавно. Может быть, максимум дней 10 назад. Максимум. Может быть, даже неделю, где-то так. Тут приятная атмосфера в магазине. О, музыка играет. Ну, конечно. Тут тусня такая. И народ ходит, гуляет. Мировал. Хош булду. Смотрите, да? Такое ощущение, что это вот человек стоит. О, вот это класс. Вот это класс. Смотрите, да? Как будто бы беременная девушка. Это на башке стоит. Это приятный магазин. А, так это Adidas, блядь. Мне кажется, там не было вывески Adidas. Как не было? Вон логотип, я даже не заметила. Adidas, Adidas, Adidas. О-о-о-о, смотрите. Вот это, да, решение? Мы раньше говорили, кто носит фирму Adidas, тому любая девка даст. Кто носит Василек, тот самый басненький на свете. Nara Max у нас сейчас есть. Ну, он такой, в ценовой категории дороговастенький, но качество здесь классное. Вот такой вот бренд есть. Если честно, я не любитель, я не особо понимаю. Смотрите, я так... Вот хороший магазин. Хош булдук. Смотрите, да? Парни красивые. У меня поймался интернет от Лениного телефона. Она где-то здесь, где-то рядышком. Угу. Поставлю такая. Я уже начала пить вторую воду. Ну, тут еще раз. Отутюженная. Какая ткань приятная. Какая ткань приятная. Очень. Она прям такая струящаяся. Скажи, сколько стоят такие маленькие шортики? Экстра скидка. Угу. 2,595. Это не в рублях, ребят. Это в лирах. А лира? А брюки стоят? 3,995. 4,000. Еще 12 тысяч рублей? Ткань классная. Ткань просто обалденная. Цвет такой просто обожаю. Камера не передает. Кстати, представляете? Вот синий точно передает, а зеленый цвет не передает на камере. Вот такой, знаете, приятный магазин с обалденными сценами. Ну, конечно, не в Айкике. Хоть что-то, блядь, стоящее появилось. Реально, я вот довольна, что у нас есть в Алании. Бутики есть, наконец-то. Я не знаю, конечно, как покупательская способность у нас, у людей. Не могу. Тешек Юрдерис. Я, знаете, я не думаю, что покупательская способность у нас соответствует. Тем более в условиях кризиса, а экономика Турции в огромном кризисе, просто в глубоком кризисе. Находится. У нас все то же самое дешевле стоит. 100%. 100%. Я бутылки у меня. 2,200. Смотрится так, знаете, так хорошо. Знаете, смотрится достойная ткань такая. Просто наиужаснейшая. Везде синтетическая нить. Везде. Видимо, 9000 лир.
вот этот вот пиджак. 21 тысяча рублей. Угу. Сейчас я напишу Лене, спрошу, где она. Экель. О, какие расцветки красивые. Розовые, зеленые. Какое прям лето летнее. О, платье. Оно. Такой, да, сарафан? Какой светлый магазин, какой красивый. Поставлю здесь. Синтетика. Просто гольная синтетика. 3500. 3999. Это в лирах, я говорю. Перфорация сделана хорошо, кстати. Сложная такая работа, хорошо сделана. Качество неплохое. Цвета обалденные. Блядь, все синтетика. Вы представляете? Все синтетика. Вы не представляете. Слушайте, вы не представляете наш климат. Ну, это просто невозможно ходить в синтетике. Это невозможно ходить в синтетике. У нас даже в офисах люди в таком не ходят. Синтетика. Блядь. Магазин синтетики. Блузка нарядная, какая красивая. Угадайте по качеству. Конечно, синтетика. Посмотрите на меня просто. Просто гляньте. Посмотрите на меня, на красавицу. Вещи, знаете, такого поросенкового цвета, выше 48 размера, нужно запретить на законодательном уровне для толстух. Вот в кружочек. Такой, да, костюм? Кружочек. Юбка как красиво сделана. Юбка реально красиво сделана. Очень. Ну-ка, сейчас посмотрю, сколько она стоит. 3000. 9000 рублей. Юбка красиво сделана. Ткань такая приятная. Однотонненькое все такое, красивенькое. Я люблю вещи однотонные, очень. 2300. Это кофточка неплохая. 2300 умножить на 3. 7500. Я не знаю, что такое с моей камерой. Цвет зеленый не передает не так. Не так, понимаете? Он ярче. На камере он кажется тусклее. Я впервые такое замечаю. Вот это четко передает цвет.
Вот этот, как мои глаза видят, так я его и вижу. А зеленый не передает. Похоже дело, моя камера дальтоник. Да? Похоже дело. Волосы чистые, господи. Какие ароматные, прекрасные волосы. Пошла. Ничего же не буду тут покупать. Вы же это сами понимаете. Даже не подумаю. В таких потливых я не хожу. Вы названия магазинов видите? Вы можете заходить в интернет-магазины этих магазинов. Забивать в интернете, и весь ассортимент вы видите. И цены актуальные. Пьер Кардин. А у нас тоже такой есть магазин в Аланье. Рядом с F-ресторан. У нас тоже такой магазин есть. Угу. Музыка играет. Люстра, да, такая? Так. Похоже дело. Пошла-ка я отсюда. Вот такой вот магазин. Ну, абсолютно бесполезные. Чем-то пахнет в магазине. Ткань хорошая. Ну-ка. Вот эта ткань хорошая, прекрасная. Это? Да, ткань хорошая. Когда не нравится ткань, мне сразу нравится все. Я сразу понимаю, что вещи могу на себя надеть. Я смогу ее носить. Комфортно себя чувствовать. Для мужчин. Ну, 700 лир в полке. Там примерочные кабинки. Вот основная категория такая. Смешная. Все в зеленом цвете. Вон там зеленые. Желтый, зеленый, да? Какие красивые образы собраны. Ну, я не знаю. У меня уже интернет не ловит от Лены. Все, она уже куда-то свалила. Я не написала, а прошаперилась. Ну, что это, блядь, такое? Какой, да? В каждом магазине своя атмосфера, свои запахи, своя музыка играет. Везде нарушение авторских прав. Везде. Здравствуйте. Кто такой? Здрасте. Пиджачок. 8 599. Да. Лимонный цвет красивый. Новые коллекции. Слушайте, знаете, я, если честно, я не видела ни одного модника в Алании, вот. Ни одного модника не видела. 3000 лир. И не потому, что я ни с такими не общаюсь. Как, да? Рукав собранный. С шортиками. Как ветровочку. А? Ты на каком этаже? У меня уже башка закружилась ходить. О, боже мой. Я здесь была. Селективная парфюмерия разливная. Вот такая фирма. Домат. Это что, жених? Правильно, Домат? Ну, Домат — это же жених по-турецки. Мужской отдел.
Пьер Кардин. Слушайте, а я как бы... Ага, так, все. Я это все прошла. Сейчас мне нужно на другой уровень. Сейчас подумаем, как подняться. Вон туда нужно идти. Ой, мои хорошие, слушайте, я уже утомилась. Это так утомительно ходить по магазинам, я хочу сказать. Просто утомительно. Еще 3 этажа? Я, блядь, не выдержу. Я 2 этажа уже еле-еле прошла. Ну, конечно же, ничего даже не заинтересовало, это естественно. Выглядит, да, классно. Ой, слушайте, я сейчас, знаете, просто посмотрю по названиям и все. Я даже заходить туда не буду. Ну, Йоспола, ну какой хрен, да, туда я пойду? У меня возле дома. В 10 минутах ходьбы, просто внизу моей улицы. На какой хрен я пойду в Йоспола? Так, магазин нижнего белья. Я его тоже никогда, Кирюша, не надену. Никогда. Как бы это красиво не было, нет. Я буду ходить в хабешном белье. Чтобы у меня ничего не зудилось, чтобы у меня ничего не чесалось. Просто нет. Мое тело мне дороже. Рок-кахом. Так. Текстиль. Пледики. Комплекты постельного белья. Угу. Вот такой вот магазин. Красивый, красивый. Так, джинсы. Вранглер. Угу. Музыка везде. Бритни Спирс какая-то играет. Мираба. Мираба, мираба. Опять зеленый не так передает. Не так передает. О. Джинсовая юбка. 900 лир. Недорого. Вранглер юбочка. Джинсы. Джинсы 999 лир. Прекрасная цена. Прекрасная цена. Эти еще синенькие почем? Тоже 999 лир. Прекрасная цена. Ну, это хоть, знаете, это хоть что-то реальное. Прекрасная цена. Какие магазины обычные мне нравятся? Где вещи, знаете, не по заоблачным ценам. Ой, вот я камеру пошатнула, прошу прощения. Тоже 999 лир. Какой приятный материал. Тоненький. Распрекрасный просто. Прям тоненькие брючки на лето. Очень приятные. Угу. Лофт. У нас есть в Алании. Так, спортивная обувь. Спасибо, не надо. Ой, блядь, как я устала. Тут даже фудкорта нет. Пока не открыли. Здесь даже пока нет фудкорта. Вот эти еще пока не открылись. Вот там вот они работу какую-то ведут. Но пока не открылись. Оз сюд. Наверное, будет какая-то кафешка. Black Point. Collins у нас есть. В Алании. Конечно же, не пойду. На кой хрен он мне нужен? Ну, а что не зайти, да? Блядь. Как я устала уже ходить по магазинам. Как я вымотана. Вещи копейки, 449 лир. Вещи недорогие, я не люблю Коллинз.
999 лир рубашка. С этой водичкой уже вся замаялась. 800 лир. Мерава. Хорош балдак. Добро пожаловать, говорит. Ой, мои котики. Чё хожу по магазинам, блядь, чё гляжу? Обувь. Названия магазинов. Смотрите и смотрите это, ассортимент. Везде есть, у каждого есть Инстаграм, у каждого есть Beverly Hills Polo Club. Освещение красивое в магазине. Цвета какие приятные. Хож бы так. Цвета какие приятные. Материалы натуральные. Это я могу продолжать дружбу с магазином. Когда цвета? Цветовая гамма красивая. Летний, видимо, такая свежая. Ну, это синтетика, но Беверли. Выбиты такие. Я вам серьезно говорю, цены можно не смотреть, потому что сегодня они такие, завтра они такие. Инфляция жуткая в Турции. Просто это даже не смешно. Вот так вот. Пенти. Экрю. Правильно прочитала? Детский какой-то магазин. Ага. Для малышков. Де-факто. Лофт. О, господи. Опять магазин чемоданов. Вон девочки. Оксана, Лена, вон они. Вьюз Поло. Целый огромный магазин чемоданов. Гляньте. Красивые? Ну, красивые, да. 1899. Ну, например, знаете, если мне будет нужен чемодан, я знаю, где приехать, где покупать. Хотя у меня они и в Аюсбир продаются. Ломать-то, да, авиакомпаниям. Какая разница, где? А мне не нужен чемодан. Куда мне ездить? Вон я их вижу, этих красоток. Сейчас я им наконец-то отдам воду. Они ее выпьют, я ее не буду таскать. Зато я их сейчас спасу. Да? Они наверняка пить хотят. 100%. Оксанушка, ты что-нибудь выбрала себе? Лена уже покупает? Пить хочешь? Спасибо. Как не хочешь? Как ты не хочешь пить? Пей. Красивая кофта. Да? Хочешь купить? Ты такая вообще. US Polo. US Polo. Купальники. Купальники, купальники, купальники. Чашка вшитая. Сколько стоит?
2000 лир. 6200. Что это, Леночка, покупаешь за 31 доллар? Не работает карта. А почему тебя это удивляет? Сколько у меня карта же есть в лирах? У меня же лиры есть. И наличка есть, и на карте есть. Конечно же, мы выкрутимся из ситуации и купим, и если Леночке этого хочется. А что она хочет? Ой, ей все надо. Пусть покупает. Лена купила брюки и уже отдала портному. Представляете, через 2 часа что они сделают? Ну да, там до свидания. Юрий Шарус. Где Наташа наша хоть? Не знаю, как мы будем ждать ее 2 часа. Где мы будем? Кого? 2 часа будем ждать твоей штаны. Не, посидим сейчас где-нибудь. Тут нету. Юзли мышная, что сказала Наташа. Да, потом ну да. Потом вернемся сюда. Сейчас, подождите, дайте, я хочу минуту зайти в байки. Войдите, не на этом этаже. Пойдем. Будь здорова, Инночка. Сколько они стоят? 31 доллар? Нет. Я лишь хотела им карты рассчитаться. Карты они не принимали. Раньше принимали, не будем они настроить за изменения. Тысяча семьсот лир? Да. Брючки, да? Да. Мне так нравится, как я выгляжу. Просто. Мне нравится, как у меня волосы лежат, не расчесанные. Мне нравится, как ты с собой любуешься. Тебе хорошо, у тебя волосы отросли, ты их больше их не подстригаешь. Как не подстригаю? У меня 3 пучка, Оксана. Сейчас ты скажешь, что у тебя 3 пучка, значит, надо чаще мыть. Спасибо, дорогая. Выросли, да. Да, ага, давайте пускай. Мы будем все делать то, что они нам говорят. Нам же нечего делать-то. Же, у нас головы-то же свои нет на плечах. Нет. Ой, катон. У нас 4-этажный огромный магазин. Катон в Аланье. Тоже, знаете, вот поехать сюда в торговый центр в Катон, конечно же, нет. Но вещи тут неплохие, в принципе. Раньше цены были очень даже приятные. Да они и сейчас нормальные. Кто-то, видимо, запачкал помадой немного, кто-то, видимо, мерил. 700 лир. Белым мылом отстираешь. Ой, тюманиски такие. Ой, какое платьишко. Ой, какое. Ага, и, конечно же, футболка с Ататюрком. Смотрите. Ататюрк в сердце. О, кстати, у меня такое белое платье есть. Мне его на обзор присылали. У меня, конечно же, оно натуральное. Из натуральной ткани. Слушайте, у меня же есть платье это белое. Мне надо его достать и носить. Оксане нужно купить джинсы для мужа. В Мави она хочет зайти. Ну вот сейчас уже будет. Вот эти вот такие вещи можно уже со скидкой продавать, потому что это уже сейчас не актуально. В Алании точно, и даже вечерами. 599 кофта, а брюки 800. 799. Брюки. Там еще подклад? Да, с подкладом. Угу. Очень такое, да, решение. Классно. Ткань из говна. Ткань говно. А вот решение вот это вот завязать на боку красиво. Олеся в Египте отдыхает. Поехала одна. Она говорит, Лина, здесь так хорошо. В классный отель забурилась. Наподобие барона. Олесечка в Египте. Пожелаем все моей Олесечке хорошего отдыха.
Эта музыка играет, и поэтому я пою, чтобы не было нарушения авторских прав. Вот такая вот кофта. Вот такая вот. Хотя, может быть, ее и не слышно будет. Может быть. Как сами понимаете, я, знаете, шопоголик из меня еще тот. Я предпочитаю онлайн-шоппинг, дома на диване. Свой размер я знаю, купила, померила. Вещи из натуральных материалов. Здесь все в основном синтетика. Ну, синтетика красиво смотрится, наверное, на девочках. У кого... Пойдемте. Наверное, красиво смотрится на том, кто весит 30 килограммов, кто не потеет. Ну вот это вот, представляете, это просто синтетика, это просто пиздец. Как в Волане можно вот это вот надеть? Вы просто, я не знаю, что люди могут курить, чтобы вот такие вещи для Турции выпускать. Тебе не нравится, да? Ну синтетика, Лена, вот здесь вот это невозможно ходить. Здесь точно вы не сможете ходить в синтетике. Почему в Катоне, магазин, который называется Катон, продается синтетика? Вот, вот. Нет, вот эти вот, они, смотри, невесомые. Кофты, размерами 44. Ты бы купила себе такой, да? Я бы себе, да, купила бы. Она легкая, у меня есть такого плана, много кофты. Нравится тебе, да? Да. Они вообще практически невесомые. Там точно своего размера нет? Это не дорого. Ну, это 44, 50. Здесь вообще, я так поняла, максимум 50. Вот какая. Катон же у нас есть, четырехэтажный. Юбка. Кабаре. Юбка, кстати, классная, плессировка. Вот смотри на мне. Ну, это пиздец. Тебе нравится такое платье? Нет, это просто покажу. Хуя. Мне нравится платье, которое на мне. Вот, вот, конечно. Которое тебе показывают, просто показывают. Ну, понятие, девочки, конечно. На руку пойдем, пойдем. Лена ищет Вайкики. Нет, Вайкики у нас же рядом. Конечно. Десятиэтажные. Так, де-факто. А что, мы все прошли? Да. Мы все прошли. Де-факто, де-факто, де-факто. У нас, у меня рядом с домом де-факто. Все. Реально. Ой, мамочка, у меня голова закружилась. Реально, мы все? Да, слава Богу. Вроде большой центр такой, да? Большой центр. Слушайте, большой центр, но за час, если без примерки, я прошла по всем этажам, ну так, знаете, заглядывала где-то, смотрела. Ну. Оксана, моя дорогая, скажи, пожалуйста, для моих зрителей. Оксана, короче, сделала вывод, только что делилась с Леной. Говорит, если вы живете в Алании, ну, сюда смысла нет приезжать. Все, все есть. Да, конечно. Не веса, вот как вы сказали, там просто будут ходить по улице. Да. А здесь все в одном месте. Здесь у нас для тех, кто живет. Вот мы клали. Вот так. У нас тоже же есть. Рядом с этим ресторан. Рядом с этим ресторан прям в углублении. У нас, я хочу сказать, в Алании. Да. Куины в Алании, есть большой, большие магазины. Там два. Два, там огромные. Три, значит, даже. Поэтому нет, да, вот. Подведем итоги, да, для нести в общество. Нечего делать. У меня камера хорошая, натусечка. А мы пиво заказали, курицу заказали. Оксана пошла в туалет. Сидим. Подключились к интернету, ждем свой заказ. Так как это место называется? Караоке тут вечером, да? Это там караоке? Так мы были в этом караоке. Когда? Мне тут песни посвящали. Да года два назад. Ну, видишь как. Все... Подождите, а он раньше не клал. Теперь ты чувствуешь? Класс? Бестро написано? Да. Волосы забрала. О! Дайте-ка я вас сейчас объединю. Есть в группу, хочу. Чтобы... Есть хочу. Всем. Как волк. Это моя еда. Бурон. У нас у всех одинаковая. У всех одинаковая. А это салат. Натусика. Бурон. А сейчас Лена у нас в туалете. И вот такая вот курочка. Спасибо.
Сейчас нам еще хлеб принесут. Вот это, кстати, очень вкусно, вот это вот. Ой, хоть поем, а? Багажа нет? Что ты там показываешь? Как вы едите? А едим мы очень вкусно. Мне вот тоже, мне тоже вкусно. Мне вкусно. Маленько специи, но вкусно. Я довольна. Мои хорошие, это же то караоке, где мы были с Вероникой, где мы были с Каринкой. И танцевали, и пели. У меня есть видео на моем YouTube-канале. Знаете, какого плана? Я там в леопардовом платье. Мы там пляшем. Я узнала это место. Оно немножко видоизменилось. Вот здесь вот стало больше. Дополнительной сцена здесь и была. Не очень хорошее освещение я сделала на один, поэтому у меня преувеличение. Здесь лепестки роз. Вспоминайте. Найдите у меня это видео. В 21-м году я в леопардовом платье пляшу здесь. Ой, слушайте, так клево. А мы уже закончили, мы поели. Надо идти в торговый центр и возвращаться. Леночкины штаны уже, наверное, подшили. Мы же ждали. Она в Юспола купила штаны, и нужно было убрать длину. Мы как раз пошли покушать, выпить там туда-сюда. Ну и все. Конец видео. Конец влога. Че, Леночка, говори? Ты не поищешь, что музыка играет? И нет, я говорю, я забалтываю. Вот блогер блогера всегда пойдет. Говорит, ты не боишься, что музыка играет? Я говорю, нет. А так мы в торговом центре ходили, там везде музыка, из всех щелей. Смотря какая. В торговых центрах они обычно там... Точно, там вот там Бритни Спирс играла. Вот это вот самая засада. Пока. Пока, Сики. Пока-пока.